война – это самое страшное и самое плохое, что вообще может быть. Нас все ненавидят. И правильно делают. Погнали, мужики. Дорогие наши, так сказать, власти Российской Федерации, так называемое Министерство обороны, мы мобилизованы Краснодарского края. Пальба, стрельба, сигнальная ракета. Вновь поднят по тревоге батальон. Вокруг мольба дожить бы до рассвета. И вновь над нами украинский дрон. Какой маршрут подброшена монета? Если орел, то попадем в котел. Решка назад, назад, дороги нету. Там ждет расстрел своими же в упор. Послушай, мама, это Украина. Здесь не Афган и даже не Чечня. Теперь здесь нас люто ненавидят. За наши зверства возле Ирпеня. Послушай, мама, это Украина. Здесь не Афган и даже не Чечня. Теперь здесь нас люто ненавидят. За наши зверства возле Ирпеня. За бомбы, мама, что летят на Киев. За фосфор, что бросаем на детей. За Мариуполь, Харьков, Украину. Мы будем прокляты словами матерей. Комбат убит, а с ним четыре ротных. Мы убиваем, мамка, их мирняк. Мы здесь ведем себя хуже животных. Насилуя, калеча, просто так. Летит снаряд, позиция разбита. И нет быка, себе один патрон. Мы прямо в ад, на смерть идем транзитом. Мы прямо к дьяволу, колонной на поклон. Послушай, мама, это Украина. Здесь не Чечня и даже не Афган. Здесь даже ветер дует смертью в спину. И наш поход — украинский капкан. Здесь даже ветер дует смертью в спины. И наш поход — украинский капкан. Thank you.